Приз главного федерального инспектора в Тюменской области вручает директор департамента информационной политики Тюменской области Александр Новопашин. А получает этот приз Александр Антипин Зубкорова за работу с названием «Адреналина в самый раз». Центром автогонок. Мы снимаем гонщиков. Я хочу снять нашего пилота Николая Тришкина. Когда он вышел из машины, то его было, конечно, не узнать, но счастье было, брызгало прямо со щек. Вот и сделал такой снимок. Спасибо большое. И есть еще один специальный приз Департамента информационной политики Тюменской области, но он уедет у нас в Иркутскую область за работу «Водитель оленей». Его получит Игорь Глушко. Иркутск, к сожалению, далековато от нас. Передадим обязательно. Приз председателя Тюменской областной думы вручает депутат областной думы Николай Токарчук. А получает его Сергей Лыкосов за фото, сделанное в Ямальском районе. Фотография называется так: «Мы строим дорогу». Специальный приз секретаря Тюменского регионального отделения партии «Единая Россия» получает Олег Орлов за работу «Надежда России». Давайте.